Уже более 500 молодых волокжан стали участниками проекта «Молодежные трудовые бригады». Ребята активно занимаются благоустройством города, трудятся на строительных площадках и вологодских предприятиях. О том, как активная молодежь проводит лето с пользой, смотрите далее. Скосить траву и убрать территорию после работ. Ребята из молодежных трудовых бригад приводят в порядок микрорайон Лукьяново. Поле деятельности обширное, поэтому помощь молодых активистов в благоустройстве необходима. Трава выросла очень высокая, и жители обратились к нам с просьбой обкосить территорию микрорайона Лукьяново. Вышли к нам на помощь трудовые бригады, которые будут обкашивать территорию от мяса Малмаша, от перекрестка и до аллеи Славы. Молодежные трудовые бригады трудятся уже второй месяц. Это работа в офисе, на производстве, в дорожном строительстве и в торговых компаниях. Но самыми популярными остаются вакансии, связанные с благоустройством города, например, косарь. Как говорят сами ребята, хотят сделать город лучше. Я пришла в молодую бригаду, чтобы помочь городу, чтобы он был чистый и уютный, чтобы не сидеть дома, заработать денег. Сейчас в Вологдозеленстрое трудится 60 человек. Это уже второй поток желающих. Ребята идут с удовольствием, отмечают на предприятии. Ведь и зарплата тут достойная, до 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас бригады полностью укомплектованы, но работы еще предстоит много. Поэтому в августе предприятие планирует объявить дополнительный набор. В принципе, в городе видно, уже травы такой нету, как было в начале сезона. Все полностью уже облагораживается. Вот пришли сегодня в Лукьяново. Еще осталось немножечко по центрам пройтись и, наверное, уже пойдем по второму кругу. Заявки от ребят на участие в молодежных трудовых бригадах продолжают поступать. За прошедшую неделю желание поработать высказали более 50 человек. И время еще есть, ведь проект продлится до конца августа. Есть и вакансии. Ведь в этом году в проекте больше предложений от работодателей. Появились новые предприятия-участники. Трудоустроено более 500 человек. Остальные либо приступают к работе в августе, либо пока еще определяются с местом работы. Количество свободных вакансий, на которые мы ждем молодых людей, составляет у нас 539. Чтобы стать участником проекта и провести время с пользой, нужно подать заявку на официальном сайте администрации города или позвонить по телефону 76 02 55. Юлия Савинцева, Михаил Прыщев, Вологда Портал.